трейдеры, у нас для вас прекрасные новости. В этом году Тукаскопи решил увеличить общий размер призового фонда до суммы 1 500 000 долларов. Ознакомьтесь с предварительной схемой призов. Чтобы поддержать баланс между увеличивающимся призовым фондом и улучшением трейдинговых условий, Тукаскопи решил увеличить требования минимального оборота для получения приза. Теперь он составляет 2 миллиона американских долларов за каждое выигранное 100 долларов в конкурсе. Также не забываем о нашем новейшем бренде – конкурсе дукатов. Возможно, у нас появятся еще конкурсы, поэтому следите за новостями. А сейчас давайте познакомимся с тремя звездами конкурса статей. Мобинага из Японии был удостоен первого места за его статью «Чарт в паре с плагином». Наша команда говорит, что несмотря на многие проблемы с грамматикой, статья представляет наглядные примеры уже протестированных стратегий. Именно то, что мы и ждали. Второе место занял Full Moon из Германии за статью «Моя стратегия диапазона Боллинджера для рыночных трендов». Это еще одно лаконичное детальное описание трейдинговой стратегии. Все нюансы с точностью определены и легки для понимания. Интересно будет понаблюдать за использованием этих стратегий. Один из наших популярных трейдеров и членов комьюнити, DayTrader21, занял третье место за статью «Стратегия London Fix», в которой он анализирует будущие тренды этого года. При написании статьи автор провел основательное исследование. Выражаем свою благодарность за это. Интересно будет узнать в течение года, оправдаются ли прогнозы автора. Трейдеры, на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на связи с помощью Тукаскопи Connect и хороших вам выходных.